Сейчас неподалеку от города Мазари-Шарифа строится канал Куштепа. Вы знаете, конечно, об этом. Ширина этого канала 100 метров, глубина 8,5 метров. Мы даже не граничим с Афганистаном, но эта горная страна, снежная страна, дает основной сток Центральной Азии. Фактически поет Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Я говорю об Амударье. Соответственно, 17 миллионов афганцев хочет напоить сейчас этой водой из канала Куштепа Афганистан, и ему нет дела до того, что сток снизится. Потери там колоссальные. Может получиться так, вполне возможно, что Узбекистан, недополучив воду из Амударьи, срежет наш сток по Сырдарье. Такое возможно, и тогда нас ждет очень серьезные проблемы, если не сказать катастрофа, район Кызылорды, район Арала. Мы имеем возможность и ведем ли переговоры, и предусматриваем ли мы эту проблему, и можем ли повлиять на соседний Узбекистан в решении этой проблемы в ближайшей перспективе? Рахмет. Большое спасибо за вопрос, Сергей Михайлович. Эта проблема вот в последнее время очень активно обсуждается. Но я что хочу отметить. Мы с Узбекистаном, с Кыргызстаном, Таджикистаном только по Сырдарье работаем. Наши договоренности, разделение воды, как я отметил, уже это была схема разделения воды, это еще в советское время, в 92-м году, в 1990 году главы государств в Алмате подтвердили, что это, согласно этой схеме они будут, мы будем работать. Поэтому даже если же по Амударье пройдет снижение, ну, прогнозируется, что снижение будет порядка 12-15%, когда Хошпотеп-канал в эксплуатацию вступит. В любом случае, те обязательства, которые по Сырдарье, у Республики Узбекистана не будут. Вот. Эта конвенция, которую мы сегодня на ваше рассмотрение предлагаем, как раз и предусматривает, что в случае, если будет увеличиваться водозабор, в случае, если будут какие-то гидротехнические службы, проводить реконструкцию или новое строительство, обязательно информировать другую сторону. Потом, как я отметил, вот в 12 статье мы можем уже по 12 статье предоставить свои доводы, это касается климатические, экономические, экологические, и предоставить это другому государству для рассмотрения.